Через две недели стартует голосование, на котором можно будет решить, какие самарские общественные пространства преобразят уже в следующем году. Именно от активности жителей зависит благоустройство парков, скверов, площадей и других общественных пространств. Голосование пройдет с 15 апреля по 30 мая на федеральной платформе za.городсреда.ру. Чтобы отдать свой голос, необходимо пройти авторизацию через портал госуслуги или зарегистрироваться, подтвердив номер телефона. В голосовании участвуют 20 общественных пространств по всему городу, сообщает портал городской администрации «Вести с Дворянской». Специалисты опеки промышленного района приняли участие в педагогических советах в 9 школах. Учителям разъяснили важность раннего выявления социального неблагополучия в семьях как одного из факторов социального риска и о значимости первичной профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пишет телеграм-канал Департамента опеки и социальной поддержки Самары. Телеграм-канал администрации железнодорожного района информирует, что делать, если оказались на тонком льду. На реках области сейчас идет процесс таяния, поэтому выходить на водоемы не рекомендуется. Если оказались на тонкой поверхности, нельзя бежать и делать резкие движения. Нужно лечь и ползти в том направлении, откуда пришли. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить в экстренные службы по телефонам 101 и 01. Телеграм-канал администрации Красноглинского района рассказывает о судьбе выдающегося советского ученого, специалиста в области реактивных авиационных двигателей Николая Дмитриевича Кузнецова, имя которого носит одна из улиц района. Блестящий конструктор, новатор, автор, не имеющий себе равных на Земле, с 1949 года жил и работал в Куйбышеве. Он не только ремонтировал и дорабатывал двигатели, но и непрерывно работал над созданием новых, более мощных, совершенных и современных аппаратов для боевых самолетов.